Ну, здесь многие знают, и даже вот есть моя соседка, спасибо ей, что она пришла, что полгода я провожу своей счастливой жизни в деревне. Это самые счастливые, естественно, моменты жизни на Псковщине. И вот речь об этом. Не вписан в бетонный сити мой мятый крахмал рубахи. Избавьте меня, спасите от стеклопакетной плахи. Метите ветра, шуруйте, вы окна, откройте карты. Я жнец, я игрец, я мультипоэт современной Спарты. Прощай, эшафот кирпичный, к березе иду, к царевне, души моей, цербер личный, все мысли мои в деревне.